Куй Хафиз урок. Так, Куй Хафиз моей обработки. Там были некоторые куски, я их подвинул, выкинул. Поэтому это не вариант, который играет именно народный, а именно так заточен под мое видение. Но кому нравится, можете выучить. Тут у меня вступление, как бы само авторское. То есть на данный момент у нас здесь идет это соль. Так, как вы помните, эта струна это ре, это соль. Ди, джи. Здесь тоже, когда зажимаем, джи, соль. Джи, джи. Фа, эф, ля. F, A. Два раза так, например. И пошла уже сама мелодия. Это уже не моя. То есть... Соль, G, D, R, Ре. Можно так, можно второй не звучать, вот этот вот палец. А диез, ля диез. Ля диез, ля, ля, до, ля диез, ля, соль. Я делаю вариации. То есть здесь какие вариации? Можно еще вот так. То есть и эта струна не звучала. Можно. То есть можно вот так же. Вот так, а. Мод канва. Вторая фраза. Когда эту мелодию снимал, я учился фламенко, поэтому почему-то я вплел сюда какие-то фламенковские приемы. Как этот, Деспирадо, ты можешь играть быстрее. Третья фраза. Еще раз. Я люблю играть, ну, тут надо, чтобы фанеру хорошо слышать, чтобы вам ритм шел. Вообще ее на тревело. Но здесь надо, чтобы вот это тремоло делать, вам надо научиться хорошо считать. Вот даже я сейчас ошибся, когда думать начал. На автоматизме у вас должно быть, чтобы... Нужное количество этих вот тереботников не рукой, чтобы у вас приходилось, потому что вы собьетесь с ритма.
Всегда сначала выучивайте лучше канву. Когда у вас будет уже автоматически от зубов отскакивать, начинайте делать тремоло, потому что, ну, так всегда. Вот. Значит, как все выглядит? Первая часть, первый план. Вот, я сейчас ее проиграл небрежно, быстро, потому что у вас было общее впечатление от общего вида вот этой первой половины. Я вам советую, не надо так бы сказать, то есть берите со смаком. Даже вот можно вот. Одну возьмите. Здесь вот прям. Вот дайте этому аккорду повисеть. У вас должны быть расслаблены руки. Это будет не сразу, может быть, несколько лет даже уйдет, потому что. Когда у вас руки еще деревянные, получается, что вы при вот этих всяких скольжениях вы, как вам сказать, вы либо глушите струну, либо, то есть, как бы вот когда подъезжаете, вы тянете ее не так, как надо. А у вас будет там так вот будет. То есть, это придет только с годами. В любом инструменте, когда начинаете, у вас руки деревянные, вы травмируетесь, вы натираете мозоли, в барабанах вы расшибаете пальцы. То есть, я начинал, когда на барабанах играть, то есть, у меня там все руки были сбиты до синяков, я заматывался. А сейчас у меня просто пальцы как плеть через много лет, поэтому всегда у вас будут деревянные пальцы в начале, и всегда надо просто это терпеть, потому что это придет с годами. Вы даже не заметите, когда это придет, если вы будете играть много лет, там, ну, месяцев. Вот. Просто вот не поймете, как вот это вот так скользить хорошо. Вторая часть. Там идет, короче, вот то же самое, как вот это. Там идет по-другому. То есть вместо вот этого. Вместо этого. Второй раз я играю вот так. Здесь. Там можно. А можно. То есть. Это у нас идет. Ре, ре. До. Фа. Фа, ре, диез. Ре. Ля диез, ре, до, ля диез. То есть ля, здесь фа. То есть то же самое. И то есть там все, в принципе, то же самое. То есть вторая часть как выглядит в общих чертах. Если мы играли в первой.
Тут. Только вот здесь вот вы долго висите. То есть здесь висим, вот в этом месте. То есть. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. И то же самое по старому. То есть там, в принципе, все то же самое, только кроме первой фразы. Вот, и когда делаете вот это, то есть там, например, такое украшение, или то есть можно такое, можно или и опять пошли сначала. Ну, вот так закончить, например, можно. Вот так вот.